и лето не закончится. За сроком года. Вот 8 числа, сегодня 10. 48 часов. Срок годности. Пухлячок. Здравствуй, Оль. Кто у вас дежурный по качеству? Не я. Не я. Что там случилось? Путь просрочен. Да, пожалуйста, еще не дошла до этого. Я пришла с выходных. Так это же не ты должна. Ты нужна по качеству. Это я. Я поставила бы своего ведома. Ты сказала, что ты не ты. Ну, там же это бывает. Я до кого пусть опять, да? Какое бессовестное. Надо идти, правда. Я пришла за 2 дня. У нас 2 дня была переоценка. Ага. Я сегодня просто рву из-за этих ценников, что они не актуальны. Только от ценников, что никто погибнуть не сможет, а от просрочки может. Я, конечно, извиняюсь, я сейчас брошу ценники и пойду посмотрю еще раз. Я просто утром посмотрела, я съела булочку, но я это не заметила. Моя оплошность, сейчас все исправлю. Снова за вами надо смотреть, да? Да, посмотрите, пожалуйста, за ними. За вами? За ними. Я скоро уйду, а за ними посмотрю. Ага. Пойду на железную дорогу. Ох, там тяжело. Ну, а здесь легко. Сейчас ну, такая маленькая, будешь шпалы таскать? Нет, не шпалы таскать. Ну что? Я же сломаюсь, конечно. Вот, вот, я об этом уже. Приходите к нам еще обязательно. Ну, придем, конечно. Только вы не хулиганьте больше. Да нет, конечно. Нельзя же людей хранить. Грешно это. Вот хоть полба. Как не умели они работать, так и не умеют. Или не хотят. Io piango l'amico che qui non c'è più, l'estremo saluto per aso che fu. Bobo, bobo. Stavi tu.